Пастор сказал прям. Мы сами с Германии приехали тут на 3 дня, так просто отдохнуть, знакомых встретить, просто пообщаться, и посмотрели просто в интернете русскоговорящая церковь в Болгарии, город Варна, и как-то вас нашли, ваши проповеди тут онлайн, и сказали: классно, мы туда хотим попасть. Меня зовут Андрей, мой самый любимый человек на земле Надя, моя жена, и у нас 3 детишек, это самый младший с нами Лео, старший дома с бабушкой, ну им в школу надо, и мы вот так вырвались на 3 дня просто. Ну можно сказать, я как близняк, только надо раз переплыть море на другую сторону, да, вот я сам с Абхазии родом, и 30 лет уже в Германии, даже 32 года уже в Германии, мне 39 лет, я маленький приехал. И да, уверовал я, ну я вырос в немецкой семье, в немецкой, мама немка, папа белорус, и папа в Бога не верил, ну не жил с Богом, как-то знал, что Бог есть, но не жил с Богом, мама как-то нас так тоже к Богу так привела, подтолкнула: давай, кайся, давай, давай, хватит гулять, хватит миром заниматься. И так я в 20 лет конкретно уже так уверовал, как ребенок, каялся, уверовал в Бога, покаялся, крещение принял, и так с тех пор с Богом живу, конечно, вверх, вниз, как всегда, Бог поднимает, я падаю, иногда даже на полу поднимал меня, и слава Богу, что Бог нас так ведет. Ну, у меня просто на сердце еще так было, вот что вы сказали, где 2 или 3 вместе, да? У нас как ячейка такая маленькая, мужчин просто в церкви, я так руковожу этим, и мне как-то было так, что: о, этот не может, тот не может, я это... Такое чувство, я говорю: ребят, ну вы знаете, ну мы сюда приходим, и это сейчас тут тот человек, Бог тут, а мы приходим не меня встретить, не вас встретить, это уже бонус плюс. Мы приходим Бога встречать, с Ним общаться, Его на присутствие тут, Он везде, конечно, Он нас живет Духом Святым, но мы именно пришли с Ним пообщаться, кто такой Бог. И это как раз мой такой стих, который у меня сейчас пару недель, так и вы сейчас и говорите. И я, слава Богу, что он тут присутствует. И слава ему. Спасибо.